Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Традиции форума продолжаются на новом уровне. Полпред президента ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев встретились с участниками Иволги. Узнать, какой помощи нуждаются, и оказать ее. Самарский центр временного размещения «Старт» посетили уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова, региональный омбудсмен Ольга Гольцова и глава города Елена Лапушкина. Отдохнуть и поправить здоровье. Как участники СВО проходят реабилитацию в самарском санатории «Волга». «Окно в мир». В Самаре состоится 4-й международный фестиваль христианского искусства. На Мастрюковской поляне продолжает свою работу Всероссийский молодежный форум движения первых «Иволга». Полномочный представитель президента ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев прибыли на форум. Они осмотрели территорию, ознакомились с выставками, пообщались с участниками. Полпред главы государства Игорь Комаров подчеркнул, что многолетний успех форума заключается в том, что совместно с молодыми людьми организаторы изучают их потребности, начиная от бытовых условий и заканчивая программой. Форум стал федеральным, и это не только форум Приволжского федерального округа. Во многом это пример и результат организации хорошей этого форума, потому что он действительно привлекает очень много молодежи. Понятно, что здесь большая инициатива и со стороны организаторов форума, и руководства Самарской области, которое традиционно всегда гостеприимно принимает этот форум. Но важно нам и то, что одна из основных целей у нас с Вячеславом Андреевичем – это посетить и послушать именно мнение ребят. Мы знаем о том, как проходил каждый день, какие у ребят были идеи и предложения, какие они проекты презентовали на конкурсах. Это очень смелое. Очень интересные проекты в разных абсолютно направлениях. Это и инклюзивное направление, и направление по взаимодействию и помощи семьям участников наших героев специальной военной операции, социально-экономическое развитие. И мы ожидали, что будет большое количество проектов. Что такое большое? Это действительно в этом году был такой вот прорыв. Руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев вошел в состав Госсовета Российской Федерации. Он стал главой комиссии по промышленности. Указ подписал президент России Владимир Путин. Что об этом думают жители Самары? Каких перемен они ждут и какие перспективы видят в развитии региона? Город наш вообще, он действительно промышленный. Я помню, на трамваях в сторону вот завода «Прогресс», «Авиакор» невозможно было утром рано сесть. Битком забиты были люди, работали. Ну, а потом, в общем-то, пошло на спад. Так что, я думаю, это рабочие места. Город будет развиваться. Только положительно смотрю на это. Город-то большой. Город большой. Город растет. У нас есть и молодежное влияние. Вы знаете, очень много наших высших образований, которые со стороны приезжают, понимаете, с ближайших районов, даже с ближайших областей. И многие из них остаются здесь. И они хотят перспективу, они хотят работать, хотят зарабатывать. Почему бы и нет? Это прекрасно, это будет на развитие города. Самара на первое место выйдет. Это будет лучший город на Волге тогда, где будет и предприятие, и промышленность. Это прекрасно, потому что я как экономист бывший могу сказать, что чем лучше заинтересованность людей в хороших заработках, тем выше результат. Поэтому отношусь очень положительно. Я думаю, это действительно очень нужное дело. А это рабочие места, это занятость людей. Я считаю, это все тоже очень хорошо. Оценить условия проживания, узнать о вопросах, требующих решения. В пункт временного размещения «Старт», расположенный в Самаре, приехали Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Ольга Гольцова, уполномоченный по правам человека в Самарской области, глава города Елена Лапушкина, глава Октябрьского района Сергей Радько и депутаты. О каких проблемах рассказали жители ПВР и какую помощь им обещают оказать, расскажем в нашем сюжете.
Наталья Некрасова в пункте временного размещения в Самаре проживает почти 2 года. Сюда она приехала из Кременного после начала спецоперации с мужем и внучкой, которые находятся на их попечении. Ребенок получил сильную психологическую травму. По словам Натальи, в Самаре им не только предоставили крышу над головой, но и помогли восстановиться морально. С нами как вот кучка с цыплятами. Со всеми, с каждым. Помогли и со школой, и с нами психолог работал, и с Анютой, и со мной работал психолог, потому что у нас такая ситуация, мы 7 месяцев прожили в подвале, без воды, без света. Вот, варили кушать на костре, когда не было обстрела. Наталье 62 года, она пенсионер. Подтвердить здесь свой стаж, чтобы получить пенсию, оказалось делом непростым. У меня трудовая сгорела. Меня не рассчитали с моего предприятия, трудовая сгорела. И хорошо, что у меня были справки, и вот эти справки помогли мне, короче, восстановить мой стаж. Сейчас в ПВР «Старт» в Самаре находятся 93 человека. У многих есть вопросы, связанные с получением пенсии, с компенсацией за утраченное имущество. Помочь им в решении проблем приехали Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации, Ольга Гольцова, уполномоченная по правам человека в Самарской области, глава города Елена Лапушкина, глава Октябрьского района Сергей Радько и депутаты. У людей страшное воспоминание о тех временах, когда они в Кременном сидели по подвалам, как перебирались сюда через границу из Николаева, сколько претерпели ужасов. Люди очень благодарны России и через каждое слово говорят спасибо президенту, спасибо огромное Самарской области. Каждый человек сегодня у нас взят на контроль, каждым будем заниматься отдельно, сейчас работает здесь группа и моих сотрудников из аппарата, уполномоченного по правам человека из Москвы, и сотрудники уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гольцовой. И я уверена, что мы в отношении каждого человека сделаем все возможное, чтобы помочь, и поможем. Многие дома и имущество утрачено у тех, кто проживал в Донецкой, Луганской и других запорожских областях. Как доказать, как получить компенсацию за утраченное имущество? Это проблема большая. И здесь тоже мы оказываем юридическую помощь. И постоянно по графику и в этом ПВР проходят вместе с нашим городским бюро по оказанию юридической помощи и вместе с нашими юристами, аппаратом уполномоченного, проводим постоянные приемы. Многие изъявили желание после окончания специальной военной операции остаться жить в Самарской области. В этом вопросе им также обещали помочь. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Примерно 190 тысяч человек по всей стране подписали контракт о прохождении военной службы с начала этого года. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Напомню, в регионе по поручению в РИО губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы с 800 тысяч рублей до 1 000 000. Просто понял, что это мое дело, нужно стать на защиту Родины, сохранять наши интересы. И кто кроме нас? Есть такая профессия — Родину защищать. Вот поэтому я и решил. Клинический санаторий «Волга» Центрального военного округа в Самаре проводит курс реабилитации для участников специальной военной операции. Восстанавливаются бойцы не только физически, но и психологически. Подробнее расскажем в сюжете. Широкий спектр медицинских услуг с индивидуальным подходом к каждому в зависимости от травмы. В Самарском санатории «Волга» проходит восстановление участники СВО. Среди них младший лейтенант Максим Девятов. Он попал на реабилитацию после минно-взрывного ранения. Дрон «Камикадзе» прилетел под ноги, посекло ноги, несколько переломов. Ну, сейчас последствия, можно сказать, проводятся восстановительные мероприятия по восстановлению малоберцового нерва и по восстановлению подвижности после перелома, потому что в долгом положении нога находилась неподвижно и идет небольшая атрофия мышц.
Удерживая позиции, Максим спас 14 военнослужащих. В декабре прошлого года президент вручил ему звезду героя за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. Сейчас офицер восстанавливает силы. Процедур очень много. Ну, везде успеваю, все грамотно расписано, то есть распорядок дня прям четкий. Все процедуры в основном до обеда. После обеда идет свободное время, тут большая территория, гуляем, выход на пляж, пожалуйста, то есть либо в город, ну, кому хочется. Место на самом деле шикарное, мне очень нравится, первый раз в таком месте. Прийти в форму помогают лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, водолечение и многое другое, в том числе психологическая помощь. Один из методов – погружение в виртуальную реальность. Пользование виртуальной реальности вообще позволяет воздействовать на эмоциональную сферу пациентов. У ряда пациентов возможны изменения в соматическом характере за счет активных движений в рамках игрового контента. Клинический санаторий «Волга» – филиал санаторно-курортного комплекса Приволжский Центрального военного округа. Является одним из старейших и передовых в России центров медицинской и медико-психологической реабилитации. Оказывает пациентам высококвалифицированную помощь, добиваясь максимальных результатов в восстановлении здоровья. Военнослужащие не только проходят курс лечения, но и отдыхают, набираются сил и подготавливаются к возвращению на службу либо к гражданской жизни. Светлана Кудрявцева, «События». В Самаре продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По одному из муниципальных контрактов ими охватили и участок улично-дорожной сети на Алматинской. Обновление близится к завершению. Что уже готово, а что осталось выполнить, узнала Полина Чулюкова. В Самаре на улице Алматинской близятся к завершению ремонтные работы. В текущем году их организовали на участке длиной чуть меньше километра, в границах улиц Олимпийской и Республиканской. Данный участок последний, который также будет эксплуатироваться после обновления. Таким образом, средства профильного нацпроекта позволили за 3 дорожно-строительных сезона полностью обновить дорожный объект – улицу Алматинскую на всем ее протяжении, а это более 4,5 километра. На участке, который охватили работами, уже подняли люки смотровых колодцев на проектную высоту и уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Он из современной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Дорожное полотно из такого материала, как правило, характеризуется высокой прочностью. Для улицы Алматинской это очень важно, поскольку трафик здесь бывает напряженным. По дороге, которая ведет к промышленной зоне, следует не только легковой транспорт, но и грузовой. Также здесь пролегают маршруты городского общественного транспорта. В ходе ремонтных работ другой смесью, литым асфальтобетоном, специалисты привели в порядок и трамвайные межпутья на 6 перекрестках. Отметим, что в районе Республиканской подрядчик специально обустроил широкий выезд для того, чтобы фуры могли поворачивать. Расширение проезда выполнено с учетом обращений, поступивших от местных предприятий. Мы зашли более чем за перекресток литым асфальтобетоном покрыть, чтобы при развороте фура беспрепятственно вот могла проехать межпутье. Автодорога по основному ходу преобразилась на площади свыше 14 тысяч квадратных метров. При этом новое покрытие уложено вровень с головкой трамвайного рельса. Кроме того, согласно муниципальному контракту, ремонт предусмотрели и на тротуарах. До старта работ наибольшие дефекты наблюдались по четной стороне улицы. На сходах, чтобы горожанам было удобно перейти с одного участка тротуара на другой, а также у всех пешеходных переходов, дорожные рабочие установили пониженный бортовой камень. Также заменили бордюры вдоль проезжей части и тротуаров. Жители города с удовольствием пользуются отремонтированной дорогой. Ноги вот еле ходили, прыгал с кочки на кочку. Сейчас все отлично, спасибо. Ну, намного лучше, чем было раньше, конечно. Раньше все было убито, а сейчас более-менее нормально. Просто прекрасно. Просто прекрасная дорога, вообще отличный тротуар. В скором времени подрядчик планирует справиться со всеми задачами. На объекте осталось доработать несколько съездов, на одном из них доделать борт, а также привести в порядок и еще один сход с тротуара в районе улицы Республиканской 106 и убрать строительный мусор. Помимо этого, есть намерение восстановить посадочную площадку для пассажиров общественного транспорта, которая находится недалеко от поворота на улицу Олимпийскую. Однако под площадкой довольно высоко залегают инженерные коммуникации. Сейчас специалисты профильных служб рассматривают технические возможности для проведения дальнейших работ. Полина Чулюкова, Константин Головин. События. Более 40% опрошенных россиян положительно относятся к подработке своих детей. Среди наиболее важных критериев для выбора места первой работы родители отметили безопасность, интерес ребенка, оплату в срок и близость к дому.
Однако родителям важно помнить, что работать подростком можно, начиная с 14 лет, напоминают эксперты. В данном случае при трудоустройстве понадобится письменное согласие одного из родителей. С 16 лет дети могут устраиваться на работу уже без согласия родителей. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, с какого возраста, на их взгляд, можно разрешать детям подрабатывать. К подработке отношусь положительно, думаю, с 14 лет можно. Ну, прививает ребенку самостоятельность, дает возможность заработать самостоятельно, понять ценность деньгам. Положительно отношусь, ну, возраста. Думаю, с 14 лет вполне нормально, если это какая-то лайтовая подработка. Почему нет? Я положительно отношусь. Ну, потому что ребенок знает цену деньгам, знает, как это дается. Я положительно к этому отношусь. Ну, с 14, я думаю, уже возможно. Все-таки это личные какие-то деньги, независимость. Трудовое воспитание – это неплохо, но, думаю, лет с 14 нормально. Ребенок занимается делом, не занимается всякой ерундой. У него есть время на какие-то, скажем, свои хобби. И в то же время он уже умеет распределять время так, как нужно. И приносит какую-то пользу, и получает за это деньги. Я думаю, что с 16 лет дети могут работать. Что труд облагораживает детей и показывает им реальность жизни. Они должны все знать, сколько что стоит, почем жизнь. И какие и у них будет навык, как взаимодействовать со взрослыми людьми. Это очень хорошо. Ну, я считаю, что нормально, что они подрабатывают. Лет с 14, пожалуйста, они уже совершенно взрослые. Может быть, не совсем умные, где-то глупенькие, но в принципе, почему нет? Разрешать им это делать стоит с того возраста, когда они сами изъявляют желание. А как я к этому отношусь? Нормально. Потому что я думаю, что уже в более осознанном возрасте ребенок сам понимает, что ему нужно. Ну, где-то, наверное, после лет 14-15 все-таки. «Окно в мир» под таким названием в Самаре пройдет 4-й международный фестиваль христианского искусства. Его открытие намечено на 2 августа. Какую роль в жизни современного человека играют православные иконы и как зародилась идея проведения фестиваля в нашем городе? Эти и другие вопросы в преддверии открытия фестиваля рассказали организаторы на пресс-конференции. Подробности в нашем сюжете. 23 года назад жизнь Светланы Дерин круто изменилась. Женщина переехала жить в Турцию. Там прошла онлайн-курс написания икон. 6 ее работ находятся в храме. По словам Светланы, благодаря иконописи она обрела духовную опору. Это стало необходимостью в период локдауна в пандемию. Я думала, что, во-первых, я в тюрьме, а во-вторых, что в этой тюрьме мы и умрем. И вот когда ты сидишь и об этом, обо всем думаешь, у тебя проходит совершенно, как бы, очень жесткая переоценка ценностей. То есть все то, что не должно было в твоей жизни случиться никогда, вдруг случается, и тебе нужно понимать, вот за что ты должен вцепиться, уцепиться, как бы, из последних сил души, чтобы заниматься чем-то правильным и, как бы, богоугодным. Работы Светланы будут выставлены на выставке «Икон», которая откроется 2 августа в рамках международного фестиваля христианского искусства «Окно в мир». На фестивале будет представлено порядка 200 икон, написанных не профессиональными художниками, а простыми людьми, которые, так же, как и наша героиня, в какой-то период своей жизни ощутили потребность прикоснуться к религии через творчество. Ну, как вот в Евангелии сказано, возлюби Господа Бога твоего всею душою твоей, всею крепостью твоей, всем разумением твоим. Вот это правильный подход, да, когда человек практикует христианство и на уровне тела, то есть это посещение храма, участие в таинствах, и на уровне души, то есть это эстетика, и он понимает в традициях, отличает, там, скажем, Рублева от Нестерова. Это также еще должен быть такой интеллектуальный момент, когда человек может объяснить, во что он верит. Фестиваль христианского искусства пройдет в Самаре 4-й год подряд. В этот раз фестиваль пройдет в Софийском соборе. Помимо выставки, организаторы запланировали для посетителей насыщенную программу, рассчитанную и на детей, и на взрослую аудиторию. Само открытие будет очень торжественное. На открытии будет колокольный звон, там будет песнопение, то есть с молитвы все начинается. И такой синтез искусств, собрание искусств христианских и всех, кто хочет на это посмотреть, это пространство храма, безусловно. То есть очень красивое, великолепное здание,
самого Софийского собора. Все вместе это рождает фестиваль. Помимо выставки и мастер-классов, организаторы анонсируют диспут на тему «Место иконы в жизни современного христианина». Лекцию о толковании иконописного языка, экскурсию по Софийскому собору, кулинарную и ремесленную ярмарки. Главными событиями фестиваля станут презентации новых проектов и подписание договора между Самарской духовной семинарией и школой иконописи о сотрудничестве. Фестиваль продлится до 18 августа, вход свободен. Галина Топилина, Николай Сидоров. События. Эфир продолжит рубрика «Новости спорта». Футбольная команда Самарской области готовится к старту в Кубке России. Клубы премьер-лиги в этом турнире начинают борьбу на групповом этапе. Тольяттинский «Акрон» на выезде встречается с казанским «Рубином», также в их группе «Зенит» и «Воронежский факел». Крылья Советов 31 июля в Махачкале играют с местным «Динамо». Также в их квартете «Столичный», «Динамо» и «Спартак». Хоккеисты «Ладьи» в рамках подготовки к новому сезону МХЛ провели две контрольные встречи против казанского «Ирбиса». Обе встречи юные тольяттинцы своим сверстникам проиграли. Игры проходили в Татарстане, хозяева победили 4-2-3-2. Диана Шнайдер не смогла преодолеть второй раунд личного разряда на олимпийском теннисном турнире в Париже. Она уступила китаянке Сю Ван 3-6-1-6. За 76 минут игры Диана один раз подала на вылет, совершила три двойные ошибки и отдала 5 геймов на своей подаче. Теперь Диана продолжит борьбу за олимпийские медали только в парном разряде с Мирой Андреевой. В мировом теннисном туре тем временем продолжаются другие соревнования. Так, в Вашингтоне стартовал турнир категории WTA 500. В первом раунде уроженка Самары Анастасия Павлюченкова одолела американку Эшлин Крюгер 6-3, 4-6, 6-4. Встреча продолжалась более 2 часов. Все это время на корте была равная борьба, но в решающие моменты сказался опыт Анастасии. Во втором раунде Павлюченкова сыграет с еще одной американкой Амандой Анисимовой. В Чувашской республике состоялся 20-й чемпионат России по мини-гольфу. Спортсмены Самарской области успешно выступили на турнире, завоевав 9 наград. В личном зачете у мужчин весь пьедестал почета заняли представители 63-го региона, у женщин – золото и серебро. В командном зачете волжане завоевали 2 золота, серебро и бронзу. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. С 1 августа Социальный фонд России по Самарской области увеличит страховые пенсии жителей региона. Беззаявительный перерасчет коснется работающих пенсионеров, за которых работодатели в 2023 году уплачивали страховые взносы. Скорректируют пенсии по старости, пенсии по инвалидности, пенсии по потере кормильца. Августовский перерасчет пенсии зависит от зарплаты пенсионера. Чем она выше, тем больше будет увеличена выплата. Максимальная прибавка – пенсионный коэффициент, равный 3. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Тот же телеграм-канал сообщает, что двор номер 18 по улице Осипенко признан победителем первой всероссийской выставки проектов благоустройства «А у нас во дворе». Отправной точкой благоустройства двора стала программа формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2018 году были установлены лавочки и урны, сделано ограждение, проезд и парковка. Жители не остановились на достигнутом. И тогда на помощь пришел губернаторский проект «Содействие». Как рассказал председатель ТСЖ Алексей Сорокин, двор участвовал в проекте с 2019 года. И с каждой победой территория становилась все уютнее и зеленее. В этом году во дворе ожидается реализация еще одного проекта. Самарский регион вошел в первую десятку субъектов страны по объемам использования зонтичных поручительств корпорации МСП. За первое полугодие бизнес Самарской области привлек более 4 миллиардов рублей на свое развитие. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос в 1,7 раза. Инструментом поддержки воспользовались 507 представителей малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне
уровне федерации. Это в том числе продукты корпорации МСП, льготные кредитования, гарантии, удобные зонтичные поручительства, которые покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога, сообщает телеграм-канал городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Телеграм-канал Ленинского района публикует адреса пунктов общественного приема граждан для сбора обращений в адрес главы Самарской области Вячеслава Федорищева. Пункты приема организованы по адресам: Самарская, 203, Садовая, 225, Чернореченская, 49А. Время работы с 9 до 18 часов. Суббота, воскресенье, выходные. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания.